последнее. Не боец. Последнее, буквально пару слов. Но есть вокруг американской, так сказать, стратегии вокруг Ирана вопрос, который пока у нас не дискутируется, но достаточно опасен для нас. Это Армения. Американцы боятся воевать с Ираном, несомненно, но в принципе готовят, так сказать, точки давления на него. Да. Сейчас что происходит? В Армении произошла смена власти. Рассказывать про то, что они никак не связаны с американцами, ну я говорю, это вот, вот эта политкорректность не в моем стиле. Они связаны с американцами, напрямую связаны. Там огромное количество американских креатур. Что американцы обещают нынешней армянской власти? Решить вопрос Карабаха. А как решить вопрос Карабаха? Сдайте районы, мы вводим туда, так сказать, контингент, в том числе, может быть, американских войск. И получаем базу давления с севера на Иран. Вот это один из вариантов того, что американцы пытаются реализовать. Против того, чтобы сдать пытаются реализовать в Закавказье. Это так. И Болтон, который сейчас ездил в этот самый, как бы, в Грузию, Армению, он занимался в том числе этим вопросом. Другое дело, что я думаю, что это не получится. Но то, что такой вариант предлагается армянам, это правда. Всем. Да, Игорь. Цель американской.